Расческа. Ну-ка поправим свою челочку. Угу. Где она у меня там? Это что, чьи-то анализы? А, это гель для волос. О! А он реально упьет? Отличное утро. Сосок еще какой-то. Ну там был звук. Подожди, к учёлку мы укладывали. Учёлку не дошел. Ее у меня нету. В принципе, ну. А нету, наверное, потому что я гель для волос по утрам пью. О! Это когда приехал на море. А, может, свет выбирать с лысин? Вот а, это все. Аэродром, бля. Мне нравится эта прическа. Так, с волосами разобрались, давайте подберем бороду. Угу, угу. А мормоковские что-нибудь, такие усики. Походу, выбор очевиден. Don't potatoes. Белиссимо, сеньори. Это что за бомба у меня тут? Что это? О, это настройки. Это камера. Это ебая камера. Блогер. Короче, я разобрался. Смотри, да. Когда я достаю камеру, вы видите то, что она показывает. А если я еще и синхронизацию с артом включу, то вообще как О, класс! Да. Можно прям целый мультик делать. Всем Сталина. Да, да. Это блогер Руссори. Сегодня мы приехали на море. Как вам? Жирую, понимаю. Сейчас я расставлю чемоданы с пилюлями и на пляж. Получается, у него как-то... Ловит еще рот его? Я не знаю, у него же нет датчиков на губах. Он же там какой-то гигиенической помадкой не намазывает специально. Нет, может там камера стоит, которая... А, может быть, видишь, ну как этот, как называется? VR такие твои копии, всякие котики там. СОС! Бля, СОС! Экстренное включение, пацаны, я только что обнаружил что-то жуткое. Нет ног! Нет тела! У меня с собой 4 пары стрингов, как теперь на пляж выйти, пацаны? Реально? Бармок тоже упал? Да, хотел сказать, в реальной жизни тоже? Ты что, ебанутый, что ты там делаешь? Это просто Марселя кто-то вылез со стороны, ты прикинь? Который заходит в комнату. Он там валяется такой. И говорит, ты что, ебанутый? А, тут надо нам петь. Нет, подожди. Почти. Ты щерашти. К этой мочи какая-то закуска. О, тут много всего, слушай, хорошо. Люди, пацаны. Газировушка. Вкусно! Ам-ням-ням-ням! Ам-ням-ням! На распаковку нет времени! Не важно, хочу ли я есть! Важно, что все это бесплатно! Ты веришь, что бесплатно? И на самом деле в отеле так тоже кажется, что бесплатно мини-бар, потом кто-то выжирает, потом тебе говорят, с вас $50, пожалуйста, поэтому я на том месте так бы не рисковала, знаешь? О, Пресвятая Благородица, бесплатная газировка, я хочу быть в тебе! За маму, за папу, за себя, за себя, за себя! За себя больше всего! Да. Так-то я только к чаю хотел что-то достать. Жизненная ситуация, да. Всё, пора завязывать. Ну ладно, от одного яблочка я не потолстею. Всем О. Сталина! Вот оно, наконец, море! Я 2 дня не хотел... Всё, привет, слушай, всем Сталина! Туалет, пацаны, наконец я нормально пасу! Похож на Ленина. Оу, да, я на море, оу, да, а ты не на море, оу, да. Больное, да? Да. Сука, я обоссался. Эй-гей-гей-гей! Какая как прикольная водичка. Ага. Здесь также можно мячик покидать. И лягушонком поплавать. Помогите! Мне нравится лицо вот этой женщины компьютера, которая так на него посмотрела, такая типа, я его не знаю. И просто отворачивается и идет дальше, смотри. Чё? А это смотрит. Я играю. Мне всего лишь 27 годиков. У-ху, я Моисей, повелитель морей, купаюсь в слезах своих бывших бледей. Опа, рак-отшельник. Привет, Чара. Ты знаешь домашний адрес Палибоба? Пацаны, тут одна бабка на меня очень странно смотрит. А, вот та самая. Никогда не видела блогера. Давайте покажем ей, что такое истинный видеоблогер. Давайте пранк. Пранк, да. А-а-а, это был пранк, она попалась на пранк, ребята. Я снимаю социальные эксперименты. Да-да-да, это тоже как был удобно. Пранк, теперь вы попадете в видео. Поздравляю. Это тоже пранк. Мне очень арестуют просто за пранки. Давай. А это вообще макаронина.
Так, значит, следите за кистью. О, тут еще всякие активности на отдыхе. А вы пытаетесь отгадать? Давай, давай. Я отгадываю, не знаю, что Мурамок собирается нарисовать. Давай. Вот такое и что-то такое. Знаешь, да, почему? Потому что мы уже видели ракету такую, граффити, которую написал в каком-то видео. Помнишь, граффити рисовал? И строил в Майнкрафте. Да. Ну давай, удиви меня, Я начну с идеально ровного круга. Так, ну подожди, что-то уже другое. Может, это солнышко? Как говном покачили. Идеальный же, да? Вот и завали. Что же я рисую? Нет. Солнышко? Нет. Да ладно. Мочевой пузырь, когда вы едите арбуз. А, ты мочевой пузырь рисует? Я уверен, вы уже думаете, что знаете, что... Да, мутики распущенные, сразу думаем о письках. Я еще не закончил, а вы далеки от правды. Так, подожди, глазки. А, ты пицца! Пресвятая пицца. С музыкой. С пепперони. А что там надо было нарисовать? Нет, и вот чтобы не было разговора, что мы такие распущенные, просто мы уже видели, когда Мармок делал свои скульптуры несколько раз, и всегда это была одна и та же тема, поэтому мы, очевидно, ожидали той самой темы сейчас. То сейчас будут нас гнать, что мы такие... Нет, я не ожидал. А я ожидал. Любительница порисовать ракеты. Это единственное, что я понял. Итак, друзья, мы в бургерной. Но самое интересное, что я не вижу ни одного бургера. Да, все-таки я должен себе... Это самообслуживание. То есть вы здесь тупо хуй пинаете, да? Угу. Окей. Немножко мяса, немножко мальчика. Слушай, а вообще нет, в смысле пинает? Может, он просто кассир? Ты знаешь, как ты заходишь, получается, платишь за вход, а сам себе складываешь, что хочешь, с разными соусами, потом просто выходишь, все за одну цену. Хочешь такой себе, хочешь такой. Это же, наоборот, классно. Оп, закрыли. Все. О, нормально. Не разорвется, не? Давайте попробуем. О, меня зафризило. Серьезно, не разорвалось? Кусочек оттяпал. Мне больше нравится, как у него рот растягивается. Кусочек откусить просят, сука. Джохан, да? Да, да. Это пустой пазл. Пузле-мейкер. Сюда нужно фотку запихнуть. И сделать пазл, классно. Сейчас мы это на Изич устроим. Так ты сейчас фоткай, селфи сделай. Отлично. Это будет самый сложный пазл в мире. Пазл, который собирает пустой пазл. Нашинкуй мою фоточку. Так, ну чё, давайте попробуем решить этот пазл. Какая дебильная, сука, игра, ненавижу пазл. И тебя, и твою рожу. И сними уже эту конченую кепку. Книга с рецептами пирогов. Яичный пирог. Я горю желанием попробовать эту. Тоже самообслуживание, да? Для этого нам понадобится яйцо и... И всё? Одно яйцо. Какой-то неправильный рецепт. Я замажу себе 2 царских пирога сейчас. Чё там, сразу в духовку? Раз яйцо со скорлупкой. Одно упало! Печись, моя сладость, печись. Сколько ждать-то? Одна вообще упала. Чё так долго, блядь? 3 секунды, это целая жизнь. Давай быстрее. Вкусно, потому что я хочу, чтобы так в жизни работала. Сейчас я ещё попить себе приготовлю под это дело. Тоже что-то яичное? Да. Яичное. Впервые пью горячий яичный коктейль. Макнём-ка сюда яичный пирог и коктейлем яичным зальём. О, прекрасно. Ищите меня в параше. Доброго вам дня. Я смотрю, у вас тут красивые шарики мороженого. А что все еда? Я возьму шарик, окей? Ага, и еще? О, я могу несколько. Они спавнятся, классно. Смотри, опа. Я тогда возьму парочку. Да, да, да. Я возьму себе совсем немного. Это как с бургером. Я правильно полагаю? Беру сколько хочу, типа как давай. В Госдуме, да? Не треснет. Больше нельзя, ничего страшного, у меня с собой на такие случаи рюкзак есть. А, с собой наложу. Место кончается, руки все тянутся. В себя. Жиза. Это все слишком бесплатно, чтобы пройти мимо. Ну все, пора дальше смотреть. У меня была такая в жизни ситуация. Да, мы тоже, мы, короче, ездили с мамой, я класс 10 была, в Болгарию, и там, получается, у нас были включены завтраки и ужины, и получается, как это выглядит, ты приходишь, и там идет типа как шведский стол, то есть ты можешь брать все, а еще с утра там стоит повар, который делает тебе свежие блинчики с разными начинками, ты подходишь и говоришь, там, типа, с нутеллой, и он тебе сказал, все, ты понимаешь, что ты сидишь, ты поел, потом сидишь еще минут 10, ждешь, когда у тебя утрампуется, и на второй заход. А потом на третий заход, а потом на четвертый заход. Это ужасно, что ну халявно же. С собой это же вынести не можешь. Ну, потому что как бы это некрасиво, и так не делать нельзя. Значит, ну куда все сложим? Живот. Ты сидишь, зажираешься, умираешь, но ешь. Ужасно, так и надо делать. Что тут у вас есть? Спасибо за мороженку. Вы очень хуёвый бизнесмен, я вам скажу.
Я туда не прыгнул, точно. Ням-ням. О! Особенно после мороженки хорошо. Написано релакс. А, нет, пик написано. Это что за лестница? Да никто не видел. Я хочу оттуда плюнуть. Треугольник. Не. Где треугольники? Вот треугольник. Вот треугольник. Треугольники спили! Где треугольники? А зачем треугольники надо? Я сорвался. Что это за детское симулятор, что ты лезешь? Я хочу сюда забраться. А, видишь, тут хорошо. Тут сейчас тебя обучают на симуляторе, потом, когда ты уже научишься, хорошо, только пускают на высокую гору. Чё молчишь? Думаешь, такой борзый в этих очках, да? А теперь без них кто ты? Воу, твою мать, ладно, ты крутой. Всё, я набрал говна, ты крутой, но только не с этой кепкой. Теперь ты чмой, все тебя будут чмырить. Ещё снижу. Отсос. Привет! Что делаешь? Смотришь видео? Да, я вот наелся виртуально из этот выпуск. И очень не хочу тебя расстраивать, но ты присядь, если не сидишь, потому что следующая новость очень шокирующая. Дело в том, что выпуск закончился. Да. Я понимаю, я понимаю, трудно видишь, принять оно было, эту мысль, оно но есть. Такова реальность, такова действительность. А, чё, все ушли уже? Всем позер? А. Ну, пока здесь был грёбаный Мармок. Помнишь, мы смотрели похожий тоже выпуск у Валеры Гостера? Он тоже вроде как... Ну, он по там как-то игре? По-другому. По я помню, игре? Что были тоже вроде мониторчики такие, да. Мне кажется, были какие-то компьютеры. Помнишь, он там сидел в каком-то офисе сначала, типа в отеле, какие-то штампики ставил потом? Или это была какая-то таможня? Или это был Мармок? Я, блин, запутался, да, потому что игры очень похожи. Ну, с таможней был Мармок, да. А было какое-то, где типа Валера то ли какие-то сэндвичи делал, то ли какие-то бургеры, тоже на отдыхе мы приходили, заказы делали. Так. Это, походу, видимо, целая серия игр, которые ты можешь выбрать, там, будешь ты в качестве работника или в качестве отдыхающего, и, видимо, там одни и те же вот эти мониторчики, и ты просто, как знаешь, сборка мини-игр можешь там как-то, типа, расслабляться. Так, и что? Просто я рассуждала. И все. Короче, вот такая получилась реакция. Спасибо большое за просмотр. Пока. Неплохо, неплохо. А давай еще это видео посмотрим. А может, лучше это? Сложный выбор.